дверя в темноте. Теперь совсем один и так проходит каждый день. Я вроде это и просил, но ведь по правде не хотел. Стук в дверь, ай, есть кто-нибудь? Я передумал падать, больше не хочу тонуть. Я бьюсь от дверя не замок, и вроде поясню, что только с этой стороны его никак не повернуть. Я знаю, что вы слышите, я знаю, что вы видите. Тогда какого черта вы в ответ помолчите? Мне так нужен перерыв, и мне так срочно нужно выйти. Разрывают эти мысли, мне так нужно отойти. Себя. Всегда думал, что вдруг холод в этим раньше грел меня. Я нашел себе подругу, ее имя.